Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новым видео на проекте Родина РП, первый сервачок. Не забывайте вводить моник по регистрации, моник будет. Если что, в описании. Вводите моник, качать с третьего уровня, я получаю 250 тысяч и 150 тысяч я даю вам. Поэтому, пацаны, вводите моник по регистрации. Также большое спасибо вам за 16 тысяч подписчиков, я очень рад, реально. Просто у меня самые лучшие. Обязательно сделаю конкурс, пацаны, в честь 16 тысяч, но чуть позже. Поэтому буквально подождите недельку и будет уже конкурс. Поняли? Сегодня у нас новая серия. В этой серии хочу купить много рулеток, либо бронзовых, либо серебряных, и покрутить. Возможно, что-то годное мы выбьем. Потому что золотую рулетку я крутил, а вот бронзовую, либо серебряную рулетку я давно не крутил, поэтому хочется купить просто много рулеток и покрутить. Я думаю, это будет прикольно. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хотя бы купить, не знаю, там, ну, 30 либо 50 бронзовых рулеток. Может быть, серебряных рулеток. Я не помню просто, что в серебряных рулетках. Пишите, короче, еще в комментариях, что мне снимать на родине, что бы вы хотели увидеть. Мне это очень важно, пацаны, поэтому не ленитесь, напишите в комментариях, там, не знаю, казино, ловлю, может быть, поснимать, пока деньги есть, пацаны, реально. Сейчас деньги есть, можно попробовать ловлю поснимать. Пацаны, кто шарит в ловле, напишите в комментариях подробно, что, как делать и так далее, потому что я не шарю, пацаны. Ага, серебряные рулетки у него есть, эти пацаны. А чё по 330, блин? 330 тысяч как-то дохрена, мне кажется. Реально как-то дохрена, поэтому, блин, я не знаю. Типа, серебряных можно купить, ну, блин, это купить пару штучек всего лишь, а я хочу много покрутить. Поэтому давайте искать серебряные именно рулет. Бронзовых рулеток 106 штук, пацаны, ёбаный насос. Я, пацаны, купил 50 бронзовых рулеток, пацаны, 50 бронзовых рулеток, пацаны, это пиздец. Может еще купить? Чисто покрутить, пацаны, 100 бронзовых рулеток. Все, у меня теперь 4 ляба остается. Пацаны, 100 бронзовых рулеток. Понимаете, 100. Не 30, не 40, не 50, а 100 бронзовых рулеток, пацаны. Давайте пропишем ММ даже. 100 бронзовых рулеток. Это я просто буду крутить, пацаны, наверное, до ночи просто. Но я это все буду крутить под музыку, пацаны. Вы понимаете, 100 рулеток покрутить, это, ну, минимум 15 минут, может быть, даже 20. Поэтому все вы это будете смотреть в ускоренном видео, но за это, пацаны, точно вы должны поставить лайк, потому что 100 бронзовых рулеток, мне кажется, еще никто не крутил.
Ну что ж, пацаны, осталась последняя прокрутка. Вы смотрели, получается, все в ускоренном виде и под музыку. Я вам показал, как я крутил только 50 рулеток, чтобы у вас хоть какой-то был интерес. Чтобы вы там не могли подсчитать, сколько я денег выбил и там и так далее. И окупился или нет. Честно, я еще не смотрел, осталась последняя прокрутка, по-моему. Я думаю, некоторые будут писать, типа, вот почему-то, типа, за ноль не поменял рулетку. Пацаны, ну, сама суть это, чтобы я купил рулетку, получается. Я потратил на рулетку 2 миллиона, получается, 200 тысяч. Это 100 бронзовых рулеток. И мне просто интересно, куплюсь я или нет. Вот это реально очень интересно. У меня, по-моему, оставалось 4 миллиона. Я потратил, получается, 2 миллиона 200 тысяч. Пацаны, я просто почти купился, прикиньте. Вы сами, в принципе, все видели, что я потратил 2 миллиона 200 тысяч на рулетки. И, пацаны, я отбил эти бабки, получается. Не, я в минусе где-то на 100 тысяч, пацаны. Но все равно, тот факт, что я как бы для вас контент снял, пацаны, и отбил свои деньги, это очень круто, пацаны. Это реально очень круто. Вот что было бы, пацаны, если бы я бы изменил рулетку. Так у нас были там одни деньги и только одно XP. А здесь почти все XP-шки, понимаете? Я бы не окупился, это 100%. Просто за это ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите видеть подобное, пишите в комментариях. Можно будет там покрутить 200 бронзовых рулеток, например, там и так далее. Только от вас нужна, пацаны, поддержка и лайки. Ну и, конечно же, приятные комментарии. Если у вас есть какие-то идеи, которые можно записать по родине, тоже можете писать в комментариях. Я обязательно сниму, если мне эта идея понравится. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Играйте вместе с мной на Родина РП, первый сервачок. Вводите мой ник по регистрации и всем пока-пока.